О. Гоу, следующее задание сразу. Johnny would love that one. Да нафиг. Так, стоять! Черт, он меня задавил! Говню. О! Садись. Я победу! А тут нет места. Блядь! Так каким образом я тебя задавил? Подожди, дай тогда другую машину попробуем. Во-во-во! Давай, бери скорее. Поехали. Погнали. Мы уличные байкеры. Но ты меня хотя бы чуть-чуть подожди. Да, мега уличные байкеры. Зато теперь за нами менты гонятся. Ну и рот я их ебал. Поехали. Погнали, погнали. Уличные байкеры. Как кто не сыт, тот подходит. Давай, бабахай весь город. Охуен! А ты где вообще? Что ты там делаешь сзади? Злой Халк и эльф-гном трансвестит катаются на байках и расстреливают город. Вы должны нам. Валер, что они нам должны? Вы должны встретиться с Пирсом. Денег это слишком тупо. А что тут происходит? А хули наши байки были потеряны? Что? Чё опять? Мы шо опять? Опа! А вот мой байк. Ладно, садимся в тачку. Нет! Friendly fire. Валер, давай ты купишь это, а то я покупаю все. А что я должен купить? Фига себе, $100 потратил, 500 в час. Это Friendly Fire. Так, закупился патронами, пошли, короче, ладно. Сейчас я... Иди нахуй, блядь! Если что, я тебя жду в фиолетовой тачке. Смотри, как у меня новое оборудование. Зашибись, оборудование. Смотри, смотри, на, будешь? А чё они показывают тебе? Да иди нахуй! Поехали. Так, а я не могу ехать, какого хрена? А, он сел за руль, типа. Дебил. Разносчик пиццы! Да, охрененный разносчик такой приходит домой. Разносчик пиццы! Гном эльф золотой трансвестит, что ты хочешь. Так, и что это за... Что это за резиновый баба? A little hobby of mine. I seriously did not need to know about any of that. Ugh. I don't mean like that. They're collectible. You're supposed to try and find them all. Yeah, you know what I collect? Body counts. Can we go shoot someone now? Hey, we got any more deeds from that box? An apartment building. And you don't need another place, Pierce. Brick and mortar. Паша, блядь! Real estate is cheap. Play the market. Ничего, надо было со мной ехать. Мне тут нормально.
Так, приобретите усадьбы. Усадьбы, что? Ну, большой такой, да. Ну, 100 долларов. Пфф, окей. И 100 долларов в час. А ты когда в последний раз забирал бабос? Я их забирал. Лол. Я даже понятия не имею, как их так же, ну, как ГТАшки. Ну, таб и посередине снизу. Что? Как? Таб и посередине снизу. А, вот. Хоть типа доллар. Все, забрал. Почасовой доход косая, ну, почти полтора косаря. Давай садись, едем дальше. Поехали. Валер, не забывай озвучивать. А, что мне тебе озвучить? Может, мне в натуре официальную озвучку сделать? Ха-ха, что было прикольно бы. Официальная озвучка от Валеры. Куда мы? Оу, тут куча банд! Я, короче, их буду давить. Вау, а чё они потеряли интереса на мусорке? Может, им там самые заебись. На мусорке живут. Нам офигенно живется вообще. Я сбил мента на менту поху. Я приехал, Вася! Как всегда, когда не надо, я уже тут почти всех расстрелял. Вау! Что это было? Зачем ты взорвал? Ну, а почему бы и нет? Фига сквозь текстуру прозрачно не стреляет. Все. В роще, что? В роще? Какая нафиг роща? Валер, у тебя пробито нижнее... То, что ниже... Ну, ты понял. Пробито? Ты говоришь про пи или ты говоришь про мотоцикл? Я говорю про мотоцикл. Посмотри на моё, блядь, колесо переднее. Ну вот я про это. Посмотри на магию, на чем оно, блядь, держится. Паша, уходи, Паша. Я застрял! В текстуре! Гранаты очень хороший способ избавиться от врагов. Вау, кусок от машины отвалился, теперь она там застряла. О, поехал. Поехали, Валер. So we got boys protecting. Any place the Saints own should be able to take the heat off you. Хейтеры, что? Ну это типа ты убиваешь, ну убить, короче, эти противника. Я понял. Я уже, наверное, под 800 где-то получится. У меня 200. Да иди нахуй! Заберешь машину, знаешь, что я с тобой сделаю, пидорас? Давай уже, Валерий, езжай, где ты там потерялся. А я еду, я еду. Подожди, ты не решай Friendly Fire, конечно, этот мотик оставить. Нет, подожди, потом съедем. Вообще-то тут надо просто тупо... А, Friendly Fire, окей. Блять, они за мной едут, они стреляют по мне, но не попадают. На такой-то... Да иди нахуй! Пидорас, блядь, граждане, ёбаный, хотя бы один взял в меня вписался, другой взял в врага вписался. И Паша, я уже рядом! Да, как ты рядом, а? А по-моему, ты не двигаешься! А? А, вот, я вижу поворот на мини-карте. Блядь, меня заносит в другую сторону. Я уже рядом, Паша! Давай, а то уже третья машина приезжает. Еще менты приперлись! Держись, Паша! А, Мирит! Бля, оттуда! Придурок! Там ты придурок!
пошли. Короче, я выезжаю за тобой, браток. Я убегу по лестнице. Да я же, в принципе, рядом, что там думаете выезжать? Нахуй. Давай, залезай, браток. А что там залезать? Я без того уже доберусь. Залезай. Не смей бить мою машину. Поехали. Бля, я не... Ну вот, если бы я снимал, это было бы эпично. Я еду, блядь, 1000 метров на мотоцикле, у которого... Который разодран просто там... Валер, почему бы тебе не снимать? У меня лагает. Хоть с лагами. Поставь бандикам на 360p. Или даже 240. Да, охуенно, я бы посмотрел человека, который бы смотрел в 240p. Ну смотрят же, я когда-то в 360p всегда смотрел, до сих пор смотрю. Я тоже, но я теперь 400, сколько-то там смотрю. 80. Да, 480. Всего 500 баксов. Ну охренеть, как много! Вот этот вот пиздец, а всего 400 баксов. Мудаки! Чем дальше, тем меньше. Я потом буду давать нормально. Так, Паш, сейчас я гранат пока накупаю. Так. А что ты просто на вилку? Так. Так, как оружие покупать, вопрос. Как покупать оружие? Никак. А что? Я вот хочу заградить свой этот пулеметик, цветок смерти. Потом у него будут бронебойные патроны. Нифига. Смотри, у меня какашка есть, какашка. Пенетратор, окей. Ты про что? Итак, я закупился, Валер. И сейчас ты увидишь мое убийственное оружие. Черт, а куда оно делось? Как это оружие купить? А чё там? Ну, как поменять вот эту крейн на биту? Зайти в арсенал и поменять. Арсенал. А нахер ты купил эту хрень? Не знаю. Доигрались. Охуенно. Я горю! Упили машину этой хренью, взорвалась. А давай запиздим. Она исчезла. Вот давай вот этот мусоровоз запиздим. Блядь, что я... Как я упал? Блять! Я взорвал еще одну машину. Давай, иди сюда, вот это взорвем. Все-таки остановил. Блять, ты меня посчитал. Я горю! Ты живой еще? Вау! Я споткнулся об колесо.